Привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусный творожный сыр. Для этого рецепта нам понадобится всего лишь один ингредиент. Берем кефир любой жирности и прямо в упаковке отправляем в морозилку. Оставляем кефир в морозилке до полного замораживания. Замороженный кефир достаем из упаковки, выкладываем в дуршлаг и оставляем при комнатной температуре. Ждем, когда кефир растает и стечет сыворотка. Вот такой нежный и очень вкусный крем-чиз получился. Чтобы сыр получился более плотной консистенции, кефир необходимо положить на марлю и подвесить. Такой сыр отлично подойдет для приготовления десертов, соусов и на бутерброды. В моей семье любят очень на булочку с чаем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.